котлетка готова. Давайте по параметрам пробежимся. Маш, давай помогай мерить будет. Значит, первое, что я боялся, насколько сильно она будет устойчива или неустойчива. Потому что клетки из арматуры я смотрел в интернете и ни одной просто не нашел. Все делают из профилированной трубы или из дерева. Я вот хотел из арматуры. Почему я считаю, что лучше из арматуры? Во-первых, это дешево. Во-вторых, вязать удобно. В-третьих, ни одна мышь сюда нигде ничего не залезет. Я не думаю, что они умеют по арматуре лазить. Это 14-я арматура на стойках. Здесь 12-я везде сделана. Здесь сделаны откосы такие для жесткости. Вот смотрите, я сейчас ее прямо буду расшатывать. То есть довольно-таки жесткая получилась конструкция, что не может не радовать. Высота клетки. Значит, от земли, от пола 52 сантиметра. Сама клетка вот эта 50 сантиметров. А нет, чуть, ну да, 50 получилось. То есть 50 на 50 и длина сетки метр. 90, да, прошу. 50-90. У нас три бокса, то есть 50-50-50 получилось. Что еще? Вот это для чего сделана конструкция? Сегодня просто уже не успеваем. Здесь будет сделана фанерка, или ДВП, я не помню как. Ну, знаете, тоненькая такая, в общем. ДВП, наверное, правильно называется. Мы ее вот сюда вот так сделаем. И на хомуты, на обычные, присобачим. Можно даже сбоку будет сделать. Там сбоку наоборот не надо, наверное, чтобы сено выгребать сюда. Так вот удобно будет. Здесь будет сделана фанерка. Здесь засыпаться сено. И кролики отсюда будут таскать вот это сено. Ну, в теории должно быть так, на практике пока непонятно. По ячейке пробежимся. Это ячейка сантиметр на сантиметр. Это вообще какая-то дешманская сетка. Я не помню, откуда она у нас взялась. Но она была в хозяйстве. Дай рулетку. Так, боковая. Все боковые 2,5 на 5, а нижняя, наверное, сколько это? Сантиметр? 5 на 12,5. 5 на 12,5, вот Маша подсказывает. 50 на 12,5 миллиметров. На 12,5? Миллиметров, да? 1,25 сантиметров. Вот. Сколько времени у нас сейчас? Сейчас посмотрю. Время 6 часов. Ой, что-то мне кто только не писал, не звонил. 6 часов время. Мы начали где-то в районе 2, да, примерно? Ну, то есть за 4 часа, не имея никакого опыта делать клетки, вообще понимания, как это должно быть, вот за 4 часа мы вдвоем сделали клетку на троих кроликов. Но вообще, я думаю, здесь можно будет гораздо больше держать. Значит, завтра мы доделаем фанерку. Здесь поилки будут, они у нас уже куплены. Ну и кормушки. Завтра будем еще кормушки делать. Кормушки сегодня уже некогда. И маточники. И маточники еще, да. Ну, в общем, есть еще. Мы сначала сделали ее высотой больше, но потом поняли, что мы никуда не пролазим. Не, мы планировали высотой такое делать. Вот как она сейчас есть. Но так как арматуру решили обрезки... Чтобы минимум обрезков было, сделали побольше, да. А сейчас у нас стоит задача, как ее отсюда вынести. Сейчас мы ее понесем. Не знаю, что получится. Ну, в общем, вот такой расклад на сегодня. А куда понесем? Я не скажу. Пока сам не знаю, пока не влезла, не буду говорить. Может, здесь будем держать кролика. В общем, вот такой у нас сюжет сегодня получился. Я надеюсь, вам это понравилось. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.